Перед началом весеннего призыва ежегодно проходит конкурс для юношей 16-18 лет «Призывник года». В течение дня участники проходят 6 этапов – от теоретических ответов на вопросы по военному делу до практических – сборка и разборка автомата Калашникова, стрельбы из пневматической винтовки, построений. В этом году в финальных состязаниях встретились 12 воспитанников различных военно-патриотических клубов. По мнению организаторов мероприятия, за годы существования конкурс утратил новизну и остроту как для зрителей, так и для участников. Решено в будущем году разработать новые, более сложные конкурсные дисциплины. Одевание противогаза и одевание химзащиты, и метание гранаты, ну и, наверное, кросс там, что-то вот такое введем поинтереснее. И, соответственно, стрельба уже, наверное, не из пневматической винтовки, а, скорее всего, из мелкокалиберной будет, более боевого оружия.